Всем добрый день. Мы на даче. Сегодня прекрасная солнечная погодка. Небо голубое. Уже проталины везде. Дорожка оттаяла. Розы мои появились. Здесь еще все в снегу. Вот так сейчас выглядит. Я буду расчищать вот эти розы сегодня, чтобы они выглядели уже это, солнышком питались. Вот здесь вот розочки уже совсем открытые. Я их в прошлый раз откапывала. Там даже туйки открылись. Можно скоро будет устраивать субботник. Смотрите, и там уже дорожка. Заезд надо откапывать. Здесь набираем снег в эту бочку для того, чтобы вода была. Ну, еще плюс капает с крыши. А также решили пожарить сосиски на костре. Там еще розочки тоже. Буду все откапывать. У нас персик. Персик новый. В прошлом году посадили. Двухлетка. Это вот от третьего года будет. Смотрите, как бутылка под снегом искорежилась вся. Вот я его откопала сейчас и присыпала немножко снегом. Вроде не обещает сильных морозов, поэтому лучше так. Он немного поломался. Но не сильно. Поэтому, можно сказать, бутылка его спасла. Так, мы планируем еще расчистить дорожки. Я планирую еще здесь расчистить розы. Их даже не видно. Вот. Ну и подготовить заезд к тому, чтобы подсох он. И уже машину можно было загонять в ворота. В прошлый раз мы были на даче, была сильная метель, поэтому заснять не получилось. Была ужасная погода и сильный ветер при том. И у нас две курочки сели на яйца. Но поскольку яиц у нас без петуха яйца, нам надо было яйца найти, которые оплодотворены с петухом. Вот мы нашли. И что? Эти девочки не сидят на яйцах уже. Не знаю, что делать. Оставлять их, не оставлять. Вот мы их отметили, чтобы они были, как бы отличались от их яиц. Вот. А они сверху несут свои яйца. То есть пока ни одна клушка не села. Ну, будем надеяться, в течение дня посмотрим, сядут, если хорошо, если не сядут. Ну, значит, просто пока рано им. В принципе, уже должны им коричневым 2 года, вот этим белым годик. Мы их покупали. Да, это второй сезон будет для них, точно. Вот мы поставили еще дополнительное гнездо. Они здесь все требушили. Здесь вот они прибираются сами по себе. Я им все почистила. Погода сейчас хорошая, солнечная. Птичкам тепло, сухо, хорошо. Вот. Ну, не знаю. В принципе, яйца мы не планируем как бы оставлять курей на этот сезон. А там как будет. Потому что в этом сезоне, можно сказать, яйца у нас вышли золотые, поскольку не получилось там их отвезти в город, курей. И за яйцами ездили, можно сказать, специально на дачу за яйцами, чтобы проведать курей. Вот, чтобы с ними все было хорошо. Ну, ничего страшного. Уже скоро лето. Переедем сюда, будем жить здесь. Заниматься делами, приглядывать за нашими питомцами. Так вот они вот хорошенькие сейчас. Они даже, мне кажется, подросли за эту неделю.
Хотела вам еще показать. Вот помните, львиный зев я сажала. В восторге была от этого цветка. Вот здесь вот подсохло, да? Подмерзло, можно сказать. А вот здесь вот, смотрите, внизу зеленые. Неужели они перезимовали? Я тогда буду в восторге. Посмотрите, вот здесь вот зеленые. Вот тоже. Видите? Может быть, их подрезать секатором. Я сейчас пока, конечно, трогать не буду. Вот. А потом... Или просто они замерзшие такие. Да нет, они прям видно, как будто живые. Слушайте, супер. Я очень буду надеяться, что получилось. Потому что я брала домой, у меня они не сохранились, не получилось. То есть там напала какая-то на них инфекция. Я так и не поняла, какая. Вот. Будет здорово, если у меня получится их сохранить вот здесь вот. Смотрите, прям, ну как будто живые, да? Это под снегом. Здесь огромный снежный ком, да? Не знаю, ну прям он огромный. Просто здесь, может, так и не видно будет. Вот видите? Вот так они были под снегом. Здесь у нас это... Мы будем делать это все, конечно. Но нужно время, которого очень мало. Поэтому все по порядку. Вот видите? Супер! Я прям в таком восторге, что... Увидела это. До этого не видела как-то эту. Снег все-таки здесь уже давно растаял. Не знаю, хорошо. Скидали снег. Специально, чтобы он быстрее сошел. Вот здесь у меня посажены возле забора тюльпаны, чтобы они побыстрее вышли. Уже проклюнулись.